Сейчас будет небольшой анонсик. Вот вмятинка. Видна, да, одна осталась. Здесь уже почистилась. Это почему-то такая. Приезжают машинки. Одна для девочек машинка. Вторая. То же самое. Nissan Juke девочка. Есть. Пострадавшая от града. Ну, здесь, как мы можем видеть, такие блямбушки крупные и неприятные. Но немножко. 7-8 таких неприятных крупных осталось. Мелочевка. Это от камня. Видно, пробило. Вот, мы видим тут. В этом кине нет краски, лак здесь лопнул. Поэтому сюда лучше не лазить. Вот, а в остальном машинка целая, аккуратная. Вот анонсик у нас. Вот анонс, дефектовочка капота. Сейчас чуть притушим, чтобы было видно, в чем тут дело. Такие вот штучки у нас. Ну, дальше снять кино не будем. Дальше надо брать и делать. Удивительно. Града, в общем-то, мало для капота, да? А градины вот типа вот этих. Такие прям резкие, крупные. Ну, естественно, в основном под железяками. Под усилителями. Что делать? Вот, большинство уже все очистить. Единственное, конечно, местечко, я его подразбил, оставил, пусть подумает до завтра. Ну, уже тут мелочевка осталась. Вот это и то, мелочи жизни.